Доброе утро. На часах без 3:10, а это означает, что через 3 минуты начнется просмотр, предварительный просмотр команд в Лигу Смеха Центр. Мы очень надеемся, что сегодня придут самые смешные, самые веселые, самые талантливые ребята. И, молодые, честно говоря, сексуальные. Не поднимется рука кому-то отказать сегодня. Но мы очень строгие, несмотря на наш благодушный вид, поэтому, конечно же, не смешно. То пеняйте на себе. Замечательные ребята. Я почти как дома оказался. Только мама еще вафли подает, а так. Что мы хотели услышать, мы услышали, мы поняли, куда работать, в какую сторону, что надо делать, и мы надеемся, что все будет классно и нам нужно. Песни можно, актуально надо. Политика приветствуется. Политика, Ляшко, все, есть, все, что надо. Иди сюда. Да. Очень много хороших советов дали отдельных. Редактора веселые. Мы довольны. Да. Рассказали, что да как, все. Внятно объяснили, почему так не надо шутить, что лучше убрать, что лучше оставить. Вот интересно. Отвечу на английский, правда, не было. Редактура прошла очень весело, редакторы замечательные, позитивные дядьки, ну как дядька и мальчик, вот так мы называем, очень все круто, они говорили толково, одни из самых, знаете, самых приятных редакторов, с которыми нам приходилось работать. Редактора вообще бомба, да, красавцы, Украина, вообще бомбу такую валят, красавцы просто реально молодцы, типа стоя хлопают, вообще, блин, ну. Не забывай. Да все хорошо, просто приезжайте сюда. Еще раз всем привет. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Вечер тоже. Вот и прошел этот насыщенный трудовой день. Андрей Петрович, я вас очень сильно понимаю. Теперь мы осмотрели 25 команд и устали. А вы постоянно осматриваете 174 команды и не устаете. Еще раз, пожалуйста, пишем. Не сбавляем обороты, друзья. Главный месседж, пожалуйста, старайтесь, пишите, и все у вас получится. Спасибо. Удачи вам.